Всем привет, с вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию сразу три новинки компании Verbatim, позволяющие расширить возможности ноутбука либо любого другого совместимого устройства с USB Type-C. Встречайте, перед вами следующие модели: USB-C Gigabit Ethernet, USB-C HDMI 4K и многопортовый концентратор USB Type-C. Устройство поставляется в фирменных упаковках, на которых можно найти всю необходимую информацию о данных девайсах. Внутри упаковки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство и документацию. Начнем знакомство с моделью Verbatim USB Type-C Gigabit Ethernet. Данный адаптер дает возможность подключить свой ноутбук к проводной сети интернет и забыть о нестабильном беспроводном соединении. Благодаря своим компактным габаритам вы легко сможете носить данное решение с собой в любую поездку. Кроме того, пользователям понравится поддержка гигабитного интернета. Дизайн адаптера отлично будет сочетаться с любым устройством. Качество сборки материалов у нас никаких нареканий не появилось. Матовый корпус адаптера получил металлическое покрытие. Далее предлагаем познакомиться с адаптером HDMI 4K, который дает возможность подключать свой ноутбук либо, к примеру, смартфон к проектору или телевизору с поддержкой HDMI. Особенно данный адаптер подойдет для новых поколений ноутбуков, которые ограничены портами. Достаточно будет подключить данное устройство к USB Type-C, и у вас появится кабель HDMI, который необходимо подключить к экрану телевизора либо к проектору. Корпус устройства выполнен из качественных материалов. Понравилось то, что разработчики добавили кабель длиной 1,5 метров, что позволяет комфортно пользоваться устройством. Отдельное внимание следует уделить тому, что HDMI интерфейс поддерживает высокочеткое разрешение Ultra HD 4K. Другими словами, пользователи в действительности сумеют насладиться передаваемой картинкой и без потери качества. Многопортовый концентратор Verbatim USB Type-C сочетает в себе все вышеперечисленные возможности и, более того, получил под свое управление два высокоскоростных USB порта и дополнительно порт USB Type-C, позволяющий осуществлять зарядку подключенного устройства к адаптеру. Другими словами, многопортовый концентратор позволяет существенно увеличить рабочие возможности вашего ноутбука и превратить его в рабочую станцию. Благодаря использованию качественных материалов и компактным габаритам, данное устройство сумеет прослужить длительное время, и его легко будет переносить с собой даже в кармане либо рюкзаке. Что мы получаем в конечном итоге? Ответ, как нам кажется, очевиден. Возможность заряжать устройство при помощи USB Type-C, два порта USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 гигабит в секунду, интерфейс HDMI с поддержкой вывода видео до 4K и гигабитный интернет-порт. Подводя итоги по адаптерам Verbatim USB Type-C, следует отметить, что перед нами идеальное решение для того, чтобы расширить возможности своего ноутбука либо любого другого мобильного устройства, которое поддерживает USB Type-C. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественный материал и сборка, отличный функционал и компактные габариты. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Вам лишь остается сделать свой выбор и остановиться на том решении, которое подойдет для ваших задач. С вами был интернет-ресурс Мегаобзор.ком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.